Борис, 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 какими вы судьбами? Мы знаем, что вы не пропускаете ни одной игры, ни одной игры НБЛ. И вы здесь опять. Почему? Меня заставляют. Кто вас заставляет? Долг. Наверное, любовь к баскетболу, я знаю, я знаю. Ну, как игра? Ну, на самом деле, хоть видно невооруженным взглядом, что черная команда слабее. Но они борются, это приятно. Вообще реально. Ну, кого можно выделить из игроков? Персонально, персонально. Ну, если бы у черной команды были у всех номера, можно было, конечно, выделить лучше. Но вот у них парень с наколенником, номера я сейчас не вижу. Очень неплох, неплох, да. А у барсов, в принципе, пол состава, все их знают, хорошие игроки. О, у черных это четвертый номер. Барсы этим составом, наверное, могут играть в вышки, нет, НБЛ? Ну, в вышке, мне кажется, нет, но быть лидерами во втором дивизионе, наверное, могли бы. Одними из лидеров. Замена! Ой, кто здесь? Паша, это к тебе. Ну, пару слов для истории. А спрашиваете, собрались поиграть, пока получается. Что, про игру спросить? Ну, про что угодно спросите, Петр. Как вы докатились до такой жизни? Собрались случайно, поиграем, да, поиграем, и все. Вот. Я у Бориса спрашивал, может, вам вышку сразу с таким составом? А мы не уверены, что у нас весь состав такой будет на основной сезон. Если да, то в третий дивизион, конечно, мы заслужили право в нем играть. Столько много ребят у вас на скамейке, наверное, все соскучились. Да. Молодцы.